Всем привет, меня зовут Любомир Борода, это мой канал. Мы приехали в Киев с друзьями на концерт группы Ram Jacks. Поезд наш, как всегда, приехал в 6 часов утра. Вот. И мы тупо слоняемся, потому что концерт вечером. Вот. А сейчас утро. Холодно. Хостел у нас в час только заселения. А практически ничего не работает, кофе мы пить уже устали. Парни идут друг другу рассказывать про мультики, какие они смотрели. А так как я мультики не смотрю, мне с ними не о чем поговорить, поэтому я решил поговорить с вами. Пока выключаю, потому что у меня замерзла рука. Да. Прикольно, посмотри. Наверное, сама я тоже включить тебе было. Чувака в Киеве. Скажите, пожалуйста, заходим в олд-бар, значит, а он сидит тут, Феда выпивает вискай. Приятно встретить родственную душу. Приятно встретить кого-то в Килте. Да, в холодном Киеве. Да. Как не слышно, не так бывает. Снег шел, между прочим. Я как человек, выросший на юге, не был к этому готов абсолютно. Oh,
I can't believe you all fucking came out tonight to see us. This is amazing. This is our very first time here. Can you imagine what I feel like right now? This is fucking exceptional. Is off our latest album, or newest, it's about a year old now. This next one's called Kathleen. If anyone's heard it, feel free to sing along. This is a very beautiful song about my mother and father. Because when you find out that you can go to places like Ukraine, and play music for fucking such amazing people, sing a song about my mother and father to show them thank you for having sex one time and making me born. This song is not about sex, don't freak yourself out, it's cool. It's very lovely. Oh fuck, that would be so bad. I'm so sorry. When he found his name, she thought he must have spider pain at XP. Yeah.
So much, you guys are amazing. Cheers. Jump on the wall and I heard her singing and shaking on the ground.